Приветствую поклонников ММА. Алексей Олейник заявил, что его бой должен состояться до сентября этого года. Но российский боец ММА Анатолий Малыхин бросил вызов экс-бойцу UFC. «Я хочу провести бой с Дмитрием Смоляковым», – заявил Малыхин. «Я знаю, что его уволили из UFC». В своем последнем посте он написал, что готов подраться с любым из Fight Nights Global. «Думаю, у нас могла бы получиться бы знатная заруба». Напомню вам, что ранее Смоляков заявил, что готов провести бой с любым оппонентом в промоушене Камила Гаджиева. Согласно бразильскому ММА-репортеру Ислам Махачев, вернется в октагон на UFC 242 7 сентября для поединка с одним из топовым бойцом дивизиона Эдсоном Барбозой. У Махачева на данный момент серия с 5 побед подряд в UFC, и победа в поединке против бразильца сможет приблизить Ислама к топ-5 легкого веса UFC. У Барбозы же не самые лучшие времена. В последних 4 выступлениях он 3 потерпел поражение, последний из которых был от рук Джастина Гейджа нокаутом. Так что бой должен получиться очень интересным. Одному нужно прервать серию поражений, а другому наоборот ее продолжить. Что вы думаете по поводу этого поединка, пишите в комментариях. Известный скандальный боец ММА Александр Емельяненко сделал первое заявление после неприятного инцидента, где он был доставлен в отдел полиции. Напомню вам, что 3 назад Емельяненко был доставлен в отдел полиции за распитие алкоголя в общественном месте. «Я все время обещаю себе стать лучше», – пишет Емельяненко в Инстаграме, – «а к вечеру смотрю, получается. Опять досадно, стыдно. И не буду я ругать окружающих, мол, кто-то хамит, кто-то пьет. Важно смотреть на свои грехи». Вот такой пост опубликовал Емельяненко, а я вам напомню, что это цитаты поэта Петра Мамонова. Что вы думаете, какое это поведение Емельяненко?